Итак, до свидания, Old Town. До свидания, аттракционы. Красивое место, красивые магазинчики. Все, еду домой. Вот какие тучи нависли. Так, успей, не успей. Успей. Ух, успела. Итак, я сейчас еду по направлению к... Ай, буду ехать медленно. Так, она хочет, чтобы я повернула направо. Что? Нет, тут еще рано поворачивать. Я хочу повернуть на International. Остановочка красивая. И вот тоже что-то такое, не знаю, что это такое. Умирает. Вот она хочет, чтобы я повернула направо. А, ну только это есть International Drive. Вот это же есть самая-самая зона. Самая-самая зона. Drive point 8 miles, then turn left. Так, куда я только выехала, я не знаю. Прямо, ладно, поехала прямо. Не знаю я, где это я нахожусь. Вот этот вот отель безумной красоты. У меня, кстати, есть видео, много видео, там штук 12. Это называется Лорд, Гейлорд отель. Ничего с геями не связано. Просто название Гейлорд отель. Я тоже поначалу шуганулась, думала, что это отель для геев. Ничего подобного. Вот он, шикарный. Это не просто отель, это место, где... Как сказать, там много-много громадных залов, где делают выставки и всякое разное. Как это называется? Convention Center. Convention Center. Я трудно сказать, перевести convention. Шикарный, просто шикарный. Там зимний дворец. Зимний сад под большим куполом стеклянным. Вон виден купол стеклянный. Вот под ним зимний сад. Красота бесподобная. Там у меня есть на видео. Вот он, Gaylord Palms, название отеля. Так, что-то я немножко это растерялась. А что он, почему же она меня налево поворачивает? Мне надо бы на... Turn left, then turn right. Странно. Зачем? Не хочу я поворачивать ни налево, ни направо. Ладно.